пришел на одну из наших выдач сотрудник из газеты «Одинцовской недели», и потом появилась статья в газете, что вот, да, все это хорошо, здорово, вот, но вы, ребят, не учли такой момент, как ваш пункт находится как бы далеко, и к вам люди приезжают аж на двух автобусах. И также тяжело от нас уходить, так как все вот эти вот наборы, они очень тяжелые. Всю свою жизнь Виктор Дядюнов безвозмездно обеспечивал нуждающихся продуктами. Долгие годы пытался заручиться поддержкой на установку нестационарных пунктов благотворительной помощи. Депутат Госдумы Оксана Пушкина проконсультировала одинцовца на личном приеме. В связи с пандемией беседа проходит в дистанционном формате. Вот последнее время, конечно, в связи с пандемией мы проводим онлайн приемы, но... Я уж так тоже работаю давно, потому что у меня все соцсети, собственно говоря, работают на моих избирателей. И вся моя команда после официального рабочего дня трудится в соцсетях и отвечает, и предлагает, и устраивает. Личный прием был приурочен к 19-летию партии «Единая Россия». По словам Оксаны Викторовны, обращения по вопросам здравоохранения и образования значительно участились в связи с новыми реалиями. Очень часто просят помочь по семейным спорам и ЖКХ. Дистанционный формат не помешает общению с жителями и решению их проблем, уверена парламентарий. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».